Всем доброе утро, ребят. Ну что, побомбили насчет набора за один самоцвет. Все равно, блядь, я до сих пор это идти не могу. Какого хрена вы вообще это сделали? Золото и ману в подарке. Ну вы вообще, ну вот. Ни в одной игре, наверное, никто не дает, блядь, ресурс, который можно получить за 5 минут в подарок. Тем более на Новый год. Я не знаю. Это просто какой-то... Не буду говорить даже что. В общем, поехали посмотрим, что у нас сегодня есть интересного на рынках. Так как есть куча акций хороших. Не будем о негативном в новом году. Будем только на позитиве надеяться, что IGG хотя бы смотрит эти видосы, которые делаем. Чтобы приблизительно понимать... Куда они, ну хотя, в принципе, они так и знают, куда они идут и что они пробивают. В общем, поехали. Забрал я сегодня Battle Pass. Полностью весь. Забираем отсюда плюхи. Это первая порция. Это то, что у нас идет стандартно. То есть стандартно это имеется в виду, когда вы покупаете, вы получаете определенный левел. Это у нас вот оно. Это мы дошли до 18 левела. Дальше можно сделать таким вот образом за 30. Даже не знаю, видите? Плюс 1.30 книг, да, вот за 30 книг вы делаете апгрейд до максималки и в итоге забираете полностью все плюхи, которые здесь есть. То есть еще 1800, это второй заходик, плюс у вас ниже должны быть плюхи. Вот дают у нас три ремочки, как видите, добавили сюда ремки, восьмые ремки, короче, камешки. Но понятно, что то, что здесь написано, вот о чем я говорил вчера, без доната не доходят, если я не ошибаюсь, 40 или 41 левел. Дальше вот эти вот плюхи, они недоступны. Нафига их добавлять было вообще? Сделайте, блин, до 50 левела. В чем проблема? Вот я не понимаю. Почему все акции вы делаете просто через жопу? Вы их не тестируете, не смотрите. Ну, вообще просто, вот, знаете, это как равносильно, что я сделаю с прохожим человеком опросник. Вот, что ты думаешь о Castle Clash? Он скажет, что за херня? Вот он реально будет прав, или что за срань? А вот точно так же и у нас. То есть непонятно, какие люди делают и тестируют обновы. А эти локации делают, для чего они делают, но я вот уже не понимаю. На некоторых серваках, все же, если посмотреть, дают нормально плюх для бездоната, чтобы вот это вот дофармить. Эти плюшки даются там с коллекционеров, с прочих акций, подарками, но они даются. Но на некоторых серваках такие, как русские, вообще ни хрена не делается. Я не знаю, на английском там тоже есть свои нюансы, ну ладно, поехали дальше. Забрали мы все плюхи, поехали немножко аккаунт подкачаем. У меня как раз вроде на вольта, вольт был недособран. Вот по второму скину. 800, там, с хреном а сколько, я не помню сколько у меня было. У меня этого все равно не хватило, мне надо еще 200 сколько, потому что я в первый этот немножко провтыкал. Первый я его не полностью фуловый собрал, я надеялся на то, что будут продавать дополнительно, но, к сожалению, нет. Так, что у нас есть? Островок, ну, здесь, в принципе, плюхи так и не меняли, такой же, как он у нас был до Нового года, такой и остался, то есть... Такое себе. Я показывал шансы, как кого можно словить. Так, найм героев. На этом серваке, ну, в принципе, неплохо.
Самое интересное, почему нельзя запустить календарь на всех серваках? Вот на Нимке календарь был классный, на там остальных серваках тоже по-своему классный. Почему нельзя этого сделать для бездонатов, хотя бы на Новый год? Ну, я не знаю, ну просто тупо настолько жлобы уже, я уже не знаю, как это назвать. Это уже просто свинство пихать вот сюда золото и ману. Чего они добиваются, хотя мы, в принципе, все знаем, чего они уже добились. Кучу хейта в их сторону, и реально люди просто забивают на игру. В итоге мы приплыли к рекламе. Положение. Это нормальное явление, но это самый основной показатель, что раньше мы без этого обходились, теперь мы без этого обойтись не можем. Так, что у нас есть? Поехали. Трата, ну как обычно, суперпаки. Так, накопление. Ну, накопление относительно неплохое. Конечно, хотелось бы лучше. Печеньки, ну и большие, кому там надо, десятые эмблемы, скины. У меня, в принципе, уже хватает, практически все прокачаны, поэтому надобности в этом нет. Новогодние паки, но опять же могли бы сделать какую-то скидку, что-то интересное, либо вообще, блядь, не делайте, сделайте стабильную стандартную цену и все. Так, зефир, в общем, такое все, расходники, ничего интересного, супер предложений нету. По поводу новой акции Google Point я уже сделал, покажу вам, что она дает, как оно работает. В принципе, все, больше здесь у нас ничего такого нет. Поехали на немецкий сервер глянем, он в 10 часов обновится, попозже немножко. Суперпаки, зефир за 100 баксов, дороговато, честно говоря. Facebook форум, у нас еще интересное есть. Да, тут надо все-таки ждать. Побежали, чекнем Тайвань. Да, если в принципе то же самое, все что на английском, я даже вам показывать не буду. То есть оно один в один все. Так, смотрим, что у нас тут есть. Даже набора за один самоцвет нет, потому что тут за один сам был набор с перками этими. Вот такого интересного. Так, еще какой-то наборчик. Понятно. Это лото у нас коллекционер. Себе. Мне он здесь не особо не нравится, но есть возможность, здесь еще, кстати, есть возможность получить Арктику без доната, которую убрали на многих серваках. Так, ну что, поехали на русский сервер, сделаем за 450, всегда посмотрим комментарии. Магазин скидок по сравнению с английским, это no comments просто. Просто no comments. Так, фонтан есть, вот фонтан, ребятушки, на русском сервере ни о чем вообще, просто как по мне ни о чем.
Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали, жмакаем за 450, бесплаточку забираем. Кристаллический. И за 450, ребятушки, первый роллинг за 450. Я думаю, вряд ли кто-то это угадал. Это, конечно, жестко, но роллинг в 2020-м, первый роллинг в 2020-м, это мощно было, конечно, только что. Так, поехали. Напоминаю, для тех, кто не знает, как участвовать, что это такое. Утром, каждое утро я делаю обзор на рынки и ролю у себя на аккаунте за 450. Вы в комментариях должны угадать название героев, которые выпадут за 450. Это дополнительная акция, если вы выиграли, получили халявного лутника. Ничего сложного. Еженеделька, само собой. Все условия смотрите, плейлист, конкурсы, там есть все написано, что надо сделать. Здесь вам просто надо быть подписанным, поставить лайк, сделать репост, оставить страничку, куда вы там делали репосты, как с вами связаться и написать три этих героя. В принципе, больше ничего. Так. Вот наш видос. Ну, я думаю, вряд ли тут кто-то угадал призрака одержимого. Проверим. Мани есть халява. 100% абрикос. Так. Даже так зайду, посмотрю комменты. Я через VPN, оно немножко подтормаживает у нас. 62 комментария. Я думаю, вряд ли, ребят, вот охладного призрака и одержимого. Ну, видите, оно интересно. Вот мне, например, интересно. Ребята максимум день 2-3 человека угадывают по 2. Очень близко бывает. Синь белочка. Такс. Панда. Твой Новый год. Так, связь — это еженеделька. Вот это вот еженеделька, например, если брать пример коммента. ВК ID — это еженеделька. Сияешь как солнце. С наступающим. Спасибо, я тебя. Ивушки. Наверное, в обед на немке будет халява. Нифига. Синяя слизь, слизняк. Это вот это вот такое вот нереально. В основном у нас 2-3 дня до этого у нас падало этот... Синий и зеленый герой, там ребята угадывали. Вот тут я не знаю, тут, наверное, даже никто не угадает. Плач убийца, кристаллический ангел, синий ведьма, циклоп. Подстригся, гигант. Нет. Тут вряд ли. Ой, не халява. Студеный, землеройка. Это бомбят. Нужно упростить правила за 450 для хотя бы легенды, которая выпадет. В том-то и весь смысл. Вот можно упростить вообще, просто написать героя одного, и там синий или зеленый герой выпадет. В этом весь как бы смысл этой акции. Чисто удача. Проще всего это еженеделька. Космос, королева. Это знаете, как вы играете там, я не знаю, у нас есть куча лотерей каких-то. Они же не говорят, угадайте одно число. Вам надо комбинацию угадать. Королева змей, ледяха.
Блин, никто даже не угадал этого призрака. Но это нереально. Угадать призрака. Блять, я выбил Анубиса, у меня видео на канале. Это пиар, я даже... Ребятушки, он выбил Анубиса. Видео у него на канале. Блять. Это за что здесь? Нет Нового года в Китае, на Западе будет Рождество, а Новый год не дарит подарки. Ой, по-моему, на русском сервере у AGG вообще никаких праздников нету, если я не ошибаюсь. В общем, ребятушки, такой вот видосик. Пишите комменты, ставьте лайки. И ждите видос новой акции Google Play. Я уже разобрался. Всем удачи. Всех с наступившим 2020 годом 2020. Всем пока.